Всем доброго дня! С вами снова Хитсад ТВ. Сегодня мы обсудим тему «Субстраты для орхидей. Как правильно выбрать?» Что только не сажают эти замечательные цветы – мох, торф, кору и даже землю. Но оказывается, орхидея может расти без горшка и земли, но не все этого понимают. Какие же требования для субстрата орхидей? Он должен удерживать влагу для корней растения. Не должен закисать, то есть влага надолго не должна оставаться в горшке растения. И самое главное – должен дышать. Не быть спрессованным. Какие варианты грунта существуют для выращивания орхидеи? Существует несколько вариантов грунтов для орхидеи. Чаще всего люди высаживают орхидеи в кору сосновых деревьев, либо кора сосны, либо кора лиственницы. Предпочтительно использовать кору именно сосновых деревьев. Кора сосны существует в расфасовке 2-3 литра, 0,7 литра. Бывают различные фракции – крупная, мелкая. Многие любители орхидей, которые выращивают орхидеи уже не первый день, используют кору сосну в смеси с кокосовым субстратом либо кокосовыми чипсами. Используют при этом кокосовое волокно, сфагнум, добавляют древесный уголь. Таким образом получается специально созданный грунт для орхидей. Основным компонентом в данном грунте будет являться кора сосны. Сверху для мульчирования используется кокосовое волокно либо сфагнум. Можно использовать и то, и другое. И они нужны для того, чтобы замульчировать и препятствуют возникновению различным гнилостным процессам, являются антисептическими свойствами. Древесный уголь применяется как антисептик для комнатных садовых растений. И, конечно же, для орхидей тоже. Он препятствует возникновению, развитию различных гнилостных процессов именно в подземных частях растений. Все компоненты, как кокосовый субстрат, чипсы, волокно, сфагнум, тот же древесный уголь, существуют не только по отдельности, но и уже в готовых субстратах. Для этого мы используем субстрат орхидеи профи, либо просто орхидея. Также имеются готовые субстраты по 2,5 литра грунты цветочного счастья фирмы Гера и фирмы Флорика. Поэтому советуем вам, если вы новичок, в вопросах выращивания орхидей приобрести специальный готовый грунт в цветочных магазинах. А если вы увлеченный любитель орхидей, приготовьте грунт для них самостоятельно. До новых встреч на канале Хитсад ТВ.